Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как подключить ваши принтеры к Oppo Find X2 Pro. Заходим в настройки, подключение и общий доступ. Потом находим пункт печать, сервисы печати по умолчанию, и вот здесь, собственно, ставим галочку. И здесь нам показываются все наши доступные устройства, на которых мы можем печатать. Также мы можем, нажав на плюсик, добавить принтер по IP-адресу, либо по Wi-Fi, если здесь, собственно, не отображается наш принтер. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня!